Всем привет! Ну что, четвертый день турнира на очень быстрой мане. И давайте посмотрим, кто же у нас сегодня будет соперник. Давайте глянем оборону. Сначала я ее еще даже не смотрел. Бам! Ну, в принципе, тут без изменений. Давайте следующего соперника глянем. Тоже не смотрел. Это... Понятно. Фиолетовый, значит, центр. Нормально. Так, кого мы сюда можем взять? Два красных возьмем. Два пенька. Давайте тоже командой пойдем. Да, в принципе, здесь ну, ничего такого. Ничего такого сложного здесь нету. Так, смотрим. Мы можем зарядить сразу нашего хилера. На всякий случай. Так, давайте сюда пробросим. Этот просто чистит, да, со своих, если что. Так что мы можем эту ульту пропустить. Ничего страшного не будет. Хилера, так. Дальше мы давайте мы здесь взорвем просто. Приподнимем. Так, а сейчас тут лучше отхилиться. Да, мы отхиливаемся. И пробрасываем красные. Вот так вот, да. Теперь мы можем срезать ману. Им. И у нас, и этот уклонился еще, и у нас есть буст к мане. То есть мы сейчас фиолетовых наших зарядим 6 камней. Наших 2 пенька. Теперь мы поднимаем вот эти фиолетовые. Окей, окей, ничего страшного. Вот эту поднимаем сюда. И все. Так, что она делает? Она срез атаки делает, это печально. Тогда мы пробрасываем фиолетовый сюда. Все, наши зарядились. Главное, не в пенька. Нормально. Вот теперь мы будем тащить. Так, сейчас это 406. Так вот. Это тот у нас без разлима. Сначала ультуем им. Бум. И теперь просто, который на разлиме. Тыщ! Вообще по кайфу. Нормально получилось. Так, ну тут было так, могли. Ну-ка, вот следующий, давай, пенечек. Подъезжай уже. Так, нет, два красных и так. Да и поехали той же командой. Че, кто тут? Никто тут такого нету, чтобы мы как-то кого-то боялись. В общем, так, поднимаем фиолетовых. Потом давайте все-таки мы чуть-чуть нашего хилера начнем подзаряжать тоже, чтобы он готовился к отхилу. Поднимаем здесь красных. Так, это зарядился, да, ну ничего страшного. Че, они все в хилера, короче, метят что-то. Теперь мы красным, также мануем, чуть-чуть подсрезаем. И мы можем зарядить нашего хилера. Нет, а мы знаете, как сделаем? Мы сразу зарядим наших этих пеньков. Потому что, чтобы я вот этого не хотел, малого заряжать. Вот этого, который стоит тут. А, ну он еще и наш хилер зарядился. Так, ну и все, и... Бам. Бам. Да, свидули. Так. Давайте так пробросим, что ему. Все. И... Так вот сделаем. Так, ну все. Да, до свидания. Ну вот второй шот. Так, давайте дальше летим. Топ-1, ну и порадует нас. Эть, блядь, да ну что такое, а? Ладно, так. Этот на нас вешает гуннер. Мы снимаем его. Потом, стоит ли сюда еще взять одного синего? Вместо кого? Так, тут надо команду, наверное, все-таки стоит подобрать. Кого мы здесь можем взять? Два пенька возьмем и давайте все-таки возьмем 3 синих вместо вот этих двух. Мы возьмем 3 синих, мы возьмем одного вот этого и вот этого. Поехали. 3 синих, 2 фиола или вместо фиола еще одного хиллера взять. Давайте на всякий случай возьмем вместо фиола еще вот такого хиллера фиолетового. Полетели. Так, смотрим, что у нас по полю. Так, фиолетовых нету, но есть у нас синие камни. И теперь нам нужно их как-то очень грамотно их передвинуть. Давайте, ладно, вот так сделаем.
Так. Так, ну давайте в Гуннера, ладно, пробросим. Подъехали в фиолетовый. Я вообще не понимаю, что такое. Так, давайте сюда вот фиолет пробросим. Этот вешает. Это плохо, что он повешал. Давайте вот так пробросим. Бля, я его не хотел просто заряжать. Так, ну ладно, тынь-тынь. А, ну нормально. Нет, не нормально. Теперь нам нужно успеть зарядить нашего хиллера. Мы сюда пробрасываем. Тихо, 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 тихо. Две тычки еще мы выдержим. Нет, мы не выдержали две тычки. Сюда вот давайте стукнем. И сейчас будет этот, который ресает. Который ресает. Ну понятно, все, этот мы слили, короче. Ну ладно. Ничего страшного. Полетели дальше. Так. Три фиола. Два этих. Давайте-ка мы, знаете, как сделаем. Мы, наверное, все как было вернем. Все как у нас и было. Так вот. И вот этой командой полетим. Ничего мы не будем придумывать. У нас это не особо получается что-то новое придумывать. Так. Смотрим. Красный. Так. Угу. Так, ну давайте вот сюда вот так вот прокинем. Пусть этот ультует. Да, мы сделали чуть меньше красных, нормально. На поле бам. И теперь мы все-таки отхилимся. И так, этот будет их сейчас хилить. Мы чуть-чуть ману им вот так вот сделаем. Подсрежем. Себе бустанем ману немного. И давайте вот так пробросим. Посмотрим, как он будет. Так, и все, и заряжаем. Немного коряво, ну да ладно. Главное, что наши зарядились. И нам уже, в принципе, ничего, никто здесь не страшен. Так, я все забываю. Так, это на разлиме. Бам. И вот этот. Отлично. Нормально. Но тут они нас немного это кацанули. Так, давайте. Ну чё, еще раз, давай. Эй! Да я в очках какой-то вообще тут. Ай, так. Ну, здесь мы можем взять три зеленых. Три зеленых и два синих. Так что ли сделать? Давайте возьмем, наверное, зеленые наши. Чтобы центр. Чуть пробить. О, давайте попробуем вот этих вот двух взять. И еще одного зеленый. Так, а зеленый хиллер. Вроде вот этот хиллер. Да, давайте его, наверное, никто. Я только недавно увидел его это. Его ульту, что она без костюма на троих, а вот здесь он по всем. То есть, в принципе, нормально. Так, три зеленых и давайте возьмем вот так вот вообще. Чтоб интересно хоть было. Давайте вот так вот сходим. Так. Зеленый, давайте мы вот здесь вот пробросим. Да ё... Ну что, ребят, нас просто выбросило с боя. Без всяких значков Wi-Fi, просто что-то с интернетом. Ну ничего страшного, не печально, конечно, что это как бы считается за поражением. Вот мы тут собрали уже коллекцию этих вот крестиков. Ну ничего страшного. У нас еще впереди один день турнира. Ну а четвертый день был как-то вот такой вот. Всем отличного настроения, стабильного интернета. И всем пока.